предприятие работает рядом с Липунихой. И даже сейчас видно, что там какие-то выбросы от него идут. Вот. И жители говорят, что это асфальтобетонный завод, который работает непонятно по каким документам, потому что на этом участке не числится этот завод. При этом он делает постоянно выбросы такие, что травится несколько деревень. Сильный запах солярки, дизеля. Вот, например, утром 7 октября очередной выброс был, и люди просто задыхались. Необходимо это проверить, это прекратить, хотя бы обязать его поставить какие-то фильтры на свои трубы, чтобы прекратились вот эти ядовитые газовые атаки. На деревне Шишовка, Липуниха, Поваровка, Радищево. Вот все страдают от этих выбросов, в том числе те, которые находятся аж там за 3 километра от этого завода. Помимо выбросов, также вот этот завод шумит. Можно даже послушать, какие звуки он издает. И это не только днем, но это и ночью. Представьте, каково людям, которые живут поблизости. И днем, и ночью вот такой грохот. Еще идет и несоблюдение закона о тишине.